Ага. Привет. Витёк здесь, и это коты. Чё пришёл? Спросите вы. Говорят, гран-при завезли. Я такой, вау, давно я не был в гран-при. В принципе, в гран-при прикольно. И громко, извините. Прикольно то, что ты... Ну, тут рандома побольше, чем в игре в самой. Но здесь можно все это сломать довольно-таки легко. По крайней мере, в прошлый раз я это ломал. Ну, давай попробуем. Дают нам бесплатных тачек. Надо брать самые крутые. Вот эта крутая тачка, смотри. Фига себе, тут пушек понавесили. Берем эту, конечно. Так, дайте хоть вспомнить. Пополнения всякие. Подъемник дадут, гараж. Да, вот мои три машины. Еще я могу купить три. А это стоит денег, чтобы расшириться. Ну, я, по-моему, я не расширялся. А может, ты расширялся, я уже не помню. В общем, смысл такой. Ты, значит, идешь по сетке, доходишь до конца, валишь какого-то там босса, проезжаешь в следующую локацию. И вот так вот ты ездишь, ездишь по локациям, собирая вкусняхи. Ну, давайте начнем. Что у нас тут есть? Этап битвы, награда, немножко денег и аптечка. Так, аптечка — это неплохо. А здесь 200 очков и аптечка. Вот деньги-то, кстати, мне и не нужны. Давай лучше пойдем-ка попинаем вот этого пацана, плюс он довольно слабенький. Так, зато кем пинать? Давай, наверное, попробуем. Я еще не знаю, как ведут себя мои машины, но вот это прикольная должна быть машина. Она очень устойчивая, по идее, и пулеметит понизу, хорошо разобьет пацана. Была бы какая-то очень низкая машина. Может быть, вот это, кстати, на дне будет пролетать? Тоже неплохая. Давай попробуем вот первую. Ох, черт. Подъезжай ближе, пожалуйста. Очень странная машина, но она заднеприводная. Это значит, что она все время отъезжает назад. Возможно, против кого-то это будет интересно. Итак, значит, дайте хоть вспомню. Гараж. Можно похилить машину, да? Это только из гаража делается, я просто забыл. Давно я не играл в гран-при. Такой банда вехи. Что такое? А, это если я в банде играю, да? Как банда играет. Ну, у меня банды нет почти, считай, так что все это фигня для меня. Давай смотреть, что здесь дают. Больше и больше котиков ставят на тебя. Здесь дадут... Странно, дадут. Потом догонят, еще дадут. Ты движешься в верном направлении. Ну, давай, наверное, через верх все-таки пройдем. Здесь хотя бы как-то восстановятся наши элементы. Зато дальше нет вариантов. Идем сразу сюда. Так, деньги и аптечка. Что тут у него светофорыч, да? То есть лучше издалека его замочить, потому что светофор ближнего действия. Но он, кстати, чаржница в нас. Он попробует подъехать максимально быстро. Что у нас есть максимально убойное? Наверное, вот это. Отлично. Отлично, пробили пацана быстро. Метко. Что еще тут есть? О, хорошая кнопочка. Мы должны быть готовы к любому сюрпризу. Я лучше через верхнюю кнопочку пройду, потому что здесь, во-первых, дадут финишные очки. За них мы будем сейчас закупаться еще. Вот это боссы. Вот такие вот, по-моему. Давай проверим. Так, кто такой? Пулеметчик. Надо побыстрее подъехать и валить его. Возможно, тем же самым будем валить пацаном. Подъедем быстро, как бы тут не перевернуться от него. Ну, я не думаю, что я должен, что перевернусь. Ух, блин, опасно было. Сейчас бы он меня поднял, у меня светилка есть, это хорошо. Светилка его просветила. Что это? Ой, вкусняшки для тебя, неплохо. А здесь нежданчики. Пошли за вкусняшками. У нас появилось плюс 20% к корпусам. Волшебное здоровье. Увеличит здоровье на 3% при применении. Не понял. Здесь написано плюс 20%, а здесь плюс 3%. Это как? Вы видите разницу?
Я забыл, эти ящики потом можно как-то куда-то что-то. Можно ли их переставлять, или они выпадают потом? Что-то как-то забыл. Блин, за 300 устанавливается. Ну давай поставим, ладно, прокачаем. Что нас здесь ждет? О, радарный чувак. Понял тебя. Давай пока раз используем нашу вот эту штуку новую, посмотрим. Прикольно. Как раз пулемет, пока он там находился в невидимости своей, в непробиваемости, пулемет раскрутился, и я его просто добил. Халява, сэр. И опять риски эти. Давай через халяву проедем. Ты всех боссов скипнул, ну ладно. Простой челик. По идее, вот этот вот корабль сливать надо. Он такой себе неудобный, убогий какой-то даже, я бы сказал. Как бы вот этого не перевернуло. Вот на этом. А, он не дотянулся тупо. Не перевернуло бы. Никак не перевернуло бы. Хилочки — это тоже важно. Хилочки нужны. Проезжаем. Получаем награду. 25 для валуна. Подъемник. Фигня полная. Второй уровень. Здесь уже посерьезнее будет. О, здесь с модификатором. Чем дальше ты едешь, тем сложнее становится путь. Угу. Этот чел. Вот модификатор нам даст просраться здесь. А тут парень с заморозкой. Мне даже вот здесь больше нравится. Там, правда, крупная аптечка. Это прикольно. Но я там огребу сильно. А вот этого пацана, он пока доедет до меня, я его должен расстрелять. Давай замочим его. Давай попробуем вот эти. Стоять. Ух, еле выжил, а. Ух. Жаркий тип. Тупо аптечка. Улучшение. Давай через тупо аптечку проскочим. Что здесь? О, на чарже. 216 жизни. Вау. Даже не знаю, что лучше. Этот тоже на чарже. Этот подлетит и еще поднимет. Опасный. Давай с этим поиграем, но для начала, мне кажется, нужно полечить какую-то машину нашу. Например, вот эту. Только вспомнить, что малый набор дает. А, малый вот так дает, а крупный вот так. Давай крепким полечим ее. А эту малыми. А ту сливать будем. Все, погнали сюда. Это чаржница, но он это потом отлетит назад, мне кажется. Как бы он тут меня не протаранил сильно. Давай попробуем, ладно, хрен с ним. Отлично. Отлично, Маргариту повалили. Ох, идет война. Снова модификатор, большая аптечка. 630, прикиньте, флагов. И там какой-то убогий чел, который просто даже до меня не доедет. Надо брать сюда. Берем пулеметчика. Я же сказал, он до меня тупо не доедет. Я его просто измочалил. Ха, хорош. 630. Это что такое? О, тупо вкусняшки. Отлично. Приехали мы с вами в магазин. Здесь можно посмотреть что-то новенькое. Погоди, а это мне говорят, что в магазине будет, да? А я могу как-то рерольнуть магазин? Потому что, если честно, мне... Ну, совсем не нравится то, что я здесь вижу. Здесь какое-то убожество продается. ХП у них, правда, прилично уже. Что вы скажете, ребят? Заедем в магазин? Давай заедем. Ваш слот 4. О, боже. Прямоугольник на колесиках. А как-то можно рольнуть? А,
ну давай вот эту купим. Достаточно пока. Итак, в магазине есть товары для покупки. Если вы покинете магазин сейчас, то не сможете посетить его снова. Ну хорошо, давай еще вот эту купим. Фиг с ним. Тупо вкусняшки, а здесь... Ну что, может быть, на вопросик сгоняем? Вдруг там что-то полезное будет? Хорошая работа. О, нормально. Так, здесь кто? О, усиление оружия. Вот это прикольная тема. 630. Парень, который споткнется об эту штуку, улетит назад. В принципе, я его валю, как делать нефиг. А здесь опять под вопросом. Давай парня валить. Ой, что-то я как-то не полечился, ну ладно. Я же сказал, я его просто валю пофиг. Ха-ха! Изи. Просто изи-каточка. Кто нас здесь ждет? Шкаф! Который громко падает. Ага. Ну давай попробуем на той же штуке его прокатить. Ай-яй-яй-яй-яй, у меня поджог! Блин, жопа сгорела моя! Ну, в смысле, жопа-то не сгорела, сгорел мой танк. Черт. Ну давай вот этот еще убьем. Опа. Увернулся. Отлично, накидывай. Блин, вот чем нужно было побеждать. Прикиньте, он взял и победил его. Так, ладно. Снова непонятная фигня. Следующий. Сейчас танки будут все круче и круче становиться, которые против меня воюют. Поэтому мне тоже нужно будет все круче и круче танки где-то брать. Но этот слабенький говнюк. Ну и слабенькую аптечку за нее дают. Давай попробуем его закатать. А, чем катать будем? Жалко, танк я свой профукал один. Ну этого он может просто тупо расстрелять. Да, на туда-сюда и на. Давай вот так. Это нормально? Решил покататься на мне? Ух, блин, чуть не убил меня. Паразит по катуну, а? Так. У меня нет нормального танка, чтобы в него вкачаться сильно. А как, какая-то была механика, я как-то менял танки, я помню, или что-то поменяли в игре. Что, у меня аптечек мало. Сейчас, боюсь, я далеко не уеду в этом гран-при. Поехали сюда. Ох, нихрена себе шкаф какой! Пит-стоп четырехзвездочный. Это лучше бочки молока. С лазером и сверлом. Он упал. Пригодится биться. Но в принципе неплохо. Урон на 3% увеличивает. Плюс 3 урон. С ума сойти. Так, это волшебное здоровье. Плюс 20 корпусам. А, обычные здоровья. А, все, я понял. Вот эти хреновые улучшалки. А можно их продавать? А, их можно за бензин продавать, отлично. Вот мы хреновые улучшалки выкинем. Потому что должны быть улучшалки вот такие вот. С бонусами, с большими. Только они актуальны. А другие улучшалки не актуальны. Все. О, этот поднимать любит всех, да, на рога. О, вот этого надо валить. Правда, он жирный, как я не знаю кто. Но у меня есть мега-лазерный чувак. Как раз там у него пройдет все. И тут я его лазером. На. Удачно, кстати. Вполне себе удачно. Лазер против таких идет. Так. Блин, сильные. Пулемет.
Этот просто меня сожжет. На этого нельзя нападать. Этот меня просто уничтожит. Надо с пулеметом разбираться как-то. Но пулемет тоже довольно сильный так-то. Я даже не уверен, что я хочу вот этот танк. Так, этот откинется назад. Что, зря что ли покупал? Ну пусть играют потихоньку. Подними, 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 подними! Да что ж ты такой слабый-то, а? А этот что сможет сделать? Капец, два танка мне измордовало, а? Жесть. Ну тут бы вообще меня изнасиловал бы. О-о-о-о. Какая-то точила. Такая себе. Но у меня другого варианта нет, я еду только сюда. Это точила у меня, да, я правильно понимаю? Магазин на колесах. Ух ты, блин, только флагов дали. Давай еще что-нибудь. Вау, какой-то огромный набор. Хватит. Что за огромный набор? А это огромное лечение, фулл хп сразу восстанавливает. Понял. Не дурак. Угу. С ружьем. Нормально, в принципе. Ружье оно там пока до меня доберется. Он, скорее всего, вообще до меня не доберется. Я его, скорее всего, издалека смогу разбомбить. А этот опасный. Циркуляркой. Да приедет очень быстро. Ну его нафиг. Измордует еще. Давай вот этого пацана нагнем. Издалека только его надо нагибать. Не понял, а почему у него сзади эта штука стоит? А у меня тоже сзади эта штука есть. А так это мы сейчас встретимся, что ли, посередине? Черт, я даже не знаю, как лучше. Ну, а попробуем. Хана кораблю. Приехал. Опа. Нет, у него осталась капелюха. Да ладно. Капец, из-за того, что он включил защиту, я так долго до него ехал. Ой, ребята, что-то труба какая-то. Вообще плохо, все тяжело. Тут еще с пулеметом катер. Я вообще не имею права на него нападать. Он мне надаст под жопу. Ой, модификатор какой интересный, да? А у меня два корабля осталось всего. Мамочки. Давай. Жесть. Что-то тяжело идет, ребят. Что-то какую-то фигню дают. Вот сюда мне надо. За кораблем. А у меня кораблей-то не осталось уже. Чем я это все пробивать буду? Капец, вот что я с этим сделаю? Какая жесть. Кажется, я приехал. А, погоди, у меня магазин же есть. Ха-ха-ха, я забыл. Вот, все, я нашел, где магазин, ребят. Ура, Витя нашел магазин. Все, ребят, играем дальше. Я просто до этого не додумался. Так, вот это неплохо выглядит. Вот это вообще зверь машины. Ты посмотри, сколько там пушек на ней висит. Вот это я понимаю. Берем. Что еще тут есть? Фигня. Вот это неплохо может быть, кстати. Откатился назад и такой... Тьф, давай обновить. Все, я нашел корабли, ребят. Они их от меня прятали. Говнюки. Светофор и чардж.
Еще давай. Вот это неплохо. Пулемет с исчезновением еще. Пока исчез, там раскрутил пулемет, раздолбил. Давай возьмем. Что-то фигня какая-то. Угу. Угу. Вот это может быть интересно, кстати. Но как-то оно неустойчиво выглядит. Давай еще одно. Циркулярка где-то на жопе. Гениально. Мало повреждений у всего. Тупо пулемет и задний ход. Мало с жизни. Вот тут циркулярка есть, кстати. Можно подъехать и бомбить. Но нужно что-то плоское. Нужно что-то плоское найти. Чтобы так залетать под народ. Убогое что-то все. Два подъемника. Охренеть. Это плоское? Что это такое вообще? Что ты такое? Может быть интересно, кстати, есть подъемник. Но дорого, блин. Стоит ли оно того? Ладно, пока сэкономим, давай. Так, ладно, новые хорошие танки я забрал. Погнали теперь разбираться с паразитами. Наверное, начнем вот с этого. О, какая здесь штука интересная есть. А у меня есть что-то с задним ходом, я забыл. Хорош! Во, урон какой в танке, а? Вот это я понимаю, урон. Что вы мне дали здесь? Улучшенной нету. Жалко. ХПшеньку. А, у этого... А, у этого танка есть. 119 хп уже, между прочим, добавляет. Это не хухры-мухры. Хилочки кончаются. О! О, босс! Смотри, 4408, еще машину дадут. Машины, правда, дают какие-то убогие. Но вы посмотрите, насколько он никчемный. Он меня вообще бить не будет. Что это за босс такой? Мне надо просто так что-то взять такое, чтобы он... Да вот можно вот эту штуку взять. Он даже если на меня наедет, то он просто на меня заедет и все. Срок. Пока заезжал, прокусил хорошенечко. Но это было убийственно для него. 4408, блин, жесть. Вау, так, что здесь? Боже. Капец, адская дрель, смотри. Вот такие штуки тоже прикольные, но они слабые-то все. А это что такое? Без повреждений, смотри, шкаф. Это мистер Сверло. Не, я что-то сюда не хочу. Так, а что мне дали-то? Мне же подарок какой-то должны были дать за победу. Неплохо, кстати, дали. Неплохо дали. Поехали, смотри нам, какой сейчас корпус дадут большой. А, это для обычной игры дали корпус, черт побери. Божки-кошечки, что это? Это хорошая работа, ребят. Проверяем. О, плюс 20 гаджетам. Че это, как это? Ну, то есть это слабо тоже, да? Понятно. В мусорку. Бензин кончается, вот это меня больше всего беспокоит. Так, здесь хилочка есть, в принципе, легко убивается штука. Здесь большая хилочка есть, есть модификатор. Еще и подъемник есть.
подъемник, по идее, вот в эту штуку попадет. Давай попробуем его завалить. Что-то противоподъемное у меня есть, кстати. Вот этот на месте стоял, да? Не, он не двигался вперед. Давай его и возьмем, пусть он сразится. Давай, 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 давай. Ой, хорош. Ой, как какие тайминги, ты видал? Я вообще стоял, ничего не понял, не получил. Повреждений никаких. Так, сверломастер, да? Мастер сверла. И базуки. Ну вот это надо сливать уже. Его по-хорошему приподнять. Давай вот этого пацана полечим. Ой, не хочется тратить так хилочки. А придется, скорее всего, он будет проходить. Ай-яй-яй. Ладно. Я подумал, вдруг вот этот его приподнимет, но он там, скорее всего, в сверло попадет. Ну ладно, этот катер мне на халяву достался, проверим хоть. Ой, хорош! Ой, хорош! Я именно на это и рассчитывал. Идеалити, просто каким-то катером с прошлого босса завалил другого босса. И мне дали еще один... О, лопата, сэр. Это подслив пойдет. Так, 232. Блин, ну тут на нем навешано пушек, мама не горюй. Лучше туда не ходить. На этом тоже пушек, мама не горюй. Но на том хуже. Этого хоть убить, наверное, быстро можно, по идее. А, так, вот этой, наверное, штукой. Конечно, выдаст мне знатно. Пробуйте сбежать через этого. Ладно, давай этим. Ой, классно как получилось, и огонь проехал. Переехал огонь, и все спокойно. Ой, опять босс. А, что-то боссы какие-то не очень, если честно. Модификатор. Ага. Давай попробуем. Во-первых, можно вот эту штуку слить. Босса чуть-чуть подамажить. Дамажить я буду не я, а вот эта штука вот чуть подамажила, но правда не сильно-то мне это помогло. А, этот, по идее, вообще сдохнет сейчас сам. Да ладно. Да ладно, вы видали, что творит, а? Не, ну вы видали, что творит? Блин, крутой танк был. Жалко, что умер. Ну давай с защитой возьмем. Просто тупо, чтобы меня ничего не пробило в этот момент, а я сам расстрелял. Отлично. Кучу бабла подняли. Жалко, только бензина не хватает опять. Переезжаем дальше. Блин, какой трэш дают. Давай смотреть. Здесь уже 5-звездочные пошли, но зато в гараже я теперь покупаю... Железненькие. И тут, кстати, неплохая железненькая есть так-то. 188 повреждений. Вот это тоже неплохая, кстати. Очень неплохая. Только подъедет быстро, да, но потом жахнет. Угу, давай возьмем. Благо, деньги есть. Ой, вот это вообще силище какая, ты посмотри. А здесь это что такое, ты посмотри. Туда, сюда, тяга. Вот эту давай силищу возьмем. Вот это тоже прикольная штука. Был бы у нее чардж, можно было бы заезжать под разных чуваков и бомбить их. Да вот эту силищу возьмем еще. Ваш гараж заполнен. Shit happens. Ну, здесь нечего покупать. Я крутые тачки купил уже. А снять я не могу. Я могу только убить. Давай смотреть. 122 и здоровки. 366 и хилочка. Вот хилочка это хорошо. Он назад отлетит, да, куда-то. За это время я могу его попробовать запилить. А здесь что у нас? Здесь шкаф, который по мне вообще попадать не будет. Ну да, вот этого.
Так, чем мы его будем гасить? Желательно чем-то типа вот такого, чтобы близко к нему не подъезжало, да? Пока оно подъезжает. Идеально вообще. Хорошо, что я его взял. Я на это и рассчитывал, что он покатый, что он будет мне пробивать вот таких вот чуваков. Так, это не очень интересно. Давай вот сюда. Опа-на. Хрена себе. Какой-то дикий чел. Ехать, скорее всего, не будет. Что, время проверки нашей мега-пушки? Наверное, нет. Ну, вот этого надо сливать. Но он ваншотнет его, скорее всего. Ну да. Но он мне не нужен был уже. Он все, он уже прошлый век. Это что такое? Это с босса, походу, дело. Ах, жалко. Жалко, что он не смог под себя подмять его. Просто измордовал бы его. Блин, там повреждений сумасшедшее количество. Я сейчас весь трэш посливаю на нем. Хорош, молодец. Молодец, танк. 3660, это босс был, прикиньте. Это был босс внезапный. Вау, что мне дали-то? Вот этого чувака дали. Неплохо. Бензин кончается. Ребят, бензин можно где-то взять? Витя, читай читанию. Читаю читанию, но... У меня бензин кончается. Где бензин взять? Кто знает. Я помню, я как-то играл, я за один вечер до 25-го дошел. Я как-то бензин где-то брал. А, я, походу, дело в последний вечер играл, да? Там же бензин, он же как-то как копится, копится. Так, хорошо, ладно. Маленькая хилочка, большая хилочка. Здесь парень, который попробует быстро к нам приехать. Но мы попробуем быстро от него отделаться. Уж этот бумеранг сраный, блин, завалил мой танк. Бумеранг завалил мой танк. Хорош, не попал даже по мне. Завалено. Так, ну я предпочитаю в середину выезжать. Ага, нас ждали. Давай на нем же. Мазафаза, джентльмен, нехило меня пробил. О, это босс был. Снова босс неожиданный. Внезапный босс. А что мне дали? У меня было, это у меня было. А, еще один такой дали. Они один за другим идут. Одинаковые совершенно с боссов. Так. Надо вот этого сливать, наверное, уже. Хотя он неплох. Так-то. Может похилить его? Давай посмотрим, что там нас ждет. Нас ждет босс, который уедет назад, и у него много здоровья. То есть его нужно издалека бить. Я думаю, нам как раз вот это пригодится. У него хороший дамаг. Здоровье прилично. Давай гасить босса. Я, скорее всего, проиграю. О, нет, повезло. Он стреляет выше меня. Хорош. Блин, какая изи-каточка. О, прикольного чувака дали. Можно попробовать под кого-то подъехать. Что тут нам продают? Сейл. Шкуляр. Вау. Что это такое? Низкопрофильная, да? Угу. Давай вот через сюда, потому что здесь за двадцатку можно проехать, но покупать я ничего не буду. Здесь хилка есть, и пацан вообще легкий. Здесь большая хилка, пацан сложнее. Причем намного сложнее. Хотя с колючками вот этот вот. Странно. Давай этого возьмем.
Так, ну нам, в принципе, нужно сидеть, как говорится, в ус не дуть и мочить пацана. Ну, давай на этом. Нет, у нас там слабенький был такой же, да? Давай на этом. Куда? Куда ты? Угнали? Угнали штуку? В нее. О, босс. Да, какой босс. Ой, мы сейчас его уделаем, смотри. Сейчас мы ему поможем. Вы сумасшедший какой-то босс. Не имеется. Вот так вот. Вот так вот, чтобы не скакал здесь. Блин, смотри, 27 тысяч. Я сейчас могу столько танков накупить. У меня бензина тупо не хватит сейчас. Давай до следующей дойдем. Посмотрим, какие там танки. Может быть, танков каких выберем интересных. Так, улучшайзер на хилку. Но это фигня. Лучше просто тупо хилку взять. Давай этого парня возьмем. Попробуем с Вау. Капец. Все виды колес, смотри. Ну это сумасшествие, сюда это не подходит явно. Давай вот этим пацаном. Он даже ни хпшечки не потерял. Очень крутые машины вот эти вот. Ой, полтосик еще потратили. Все, ребят, 35. Баба ягодка опять. Я сейчас нифига не смогу сделать уже. Хилка, большая хилка, радар. Давай попробуем этого пацана вот так же поднять. Какая страта супер. Музыка аж даже кончилась. Аж музыка кончилась. От моей крутости. Ну все, ребят, я приехал. Я даже до подарка не могу добраться. У вас недостаточно, чтобы перейти на следующий этап. Подождите по ссылке от спонсоров или пополните запасы в магазине. Жалко. А было прикольно. Кстати, здесь смотри, какую пушку дают. Нифига себе. Нифига себе. Ну, в принципе, мы неплохо поиграли в любом случае. Так. Ой, так хочется что-то купить, посмотреть, что интересное есть. Но мои танки почему-то не хотят умирать. Да, вот этого, наверное, убьем. Я же могу его убить. Как его убить? Его можно выкинуть? А я даже выкинуть его не могу. А, приколись, теперь даже танков не могу новых попокупать. О, ноу! Ноу, год, ноу! А! Я даже не могу посмотреть, какие здесь корабли продают. Черт. Черт, как его продать? Ну, ребят, ну сорян. Знаешь, я на этом остановился. Ну все. Косяк. Я думал, сейчас я хотя бы изучу, каких там новеньких чувачков дают. О, получить. О, о, погоди. Не какие-то плюшки дают, может быть здесь будет бензин? Элитный выбор. Драконья мортира. Это в обычную игру драконью мортиру дадут? Не, это в ультимативную лигу. Нет, это плохо. Че это такое за бластер темный? Это откуда у меня столько всего? Да нафига мне эта дрель, а? Вон гиперболоид Г-27 лучше возьму. Понятно, что это в ультимативку, в которой я не играю, но фиг с ним. Туда-сюда. Блин, я что-то понабрал какого-то добра кучу. 174 типа акций. Может быть, здесь можно взять? Нет, здесь тоже ничего нет. Жаль. Жаль. Ну что я могу сказать? Неплохо, я хоть вспомнил, как в гран-при играть. Вообще, гран-при прикольная тема, то, что там... Ну, это больше вообще стратегии становится. Тут даже инженерии никакой нет, ты тупо стратег. Становишься, ты высчитываешь хорошие, ну, стороны, плохие стороны каждого танка.
придумываешь, что там может произойти, что не может произойти. Ну и в конце концов выигрываешь. Как видите, я сейчас в большом плюсе иду. 27 тысяч финишов. Я могу сейчас в гараже накупить 10-15 танков самых крутых, которым я буду проносить дальше. Но так не надо делать, ты просто покупаешь крутой танк, выбираешь хороший крутой танк, на нем проезжаешь локацию, а на следующей локации уже покупаешь другой, более крутой. Как-то так. Потому что они, видите, чем выше ты забираешься, тем круче танки тебе тупо предлагают. Ну, вы поняли стратегию, да? Я просто что-то сначала забыл, что можно там покупать эти все машины в гараже просто тупо. Я помню, что я как-то это покупал, но я забыл как. Вот, когда вспомнил, сразу все образовалось. Ладно, ну, в любом случае, серия подходит к концу. Серия тупо про гран-при, но большая получилась, хорошая, с разбором. Все, ладно, спасибо за внимание, лайки подгружайте, это были Кэтс. Если вдруг что, пишите. Витёк, давай, чё, Кэтс, снимай. Ну, я по лайкам пойму, надо снимать или нет. Вот, ну, всем хорошего настроения и пока, пока, пакетс. Вам всем пакетс, ребята.